Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим дальнейшее развитие якутского кинематографа с нашим гостем Ларри Яковлевым. Друзья, внимание на экран. Привет, меня зовут Ларри Яковлев, все. У нас сейчас вторая смена, и сейчас у нас подготовка до мотора. Ларион Яковлев – заметная личность в киноиндустрии Якутии. Он родился в городе Алёкминск, вырос в Чурапче. Затем они всей семьей переехали в Якутск. Начал свой профессиональный путь еще в студенчестве, работая с известным режиссером-документалистом Андреем И. И проработав на одном из якутских телеканалов, он набрался хорошего опыта. Сегодня он известен как востребованный клипмейкер, который делает свои успехи и в большом кино, присоединившись к рядам основных деятелей якутского кинематографа. Что ждет якутский кинематограф дальше? Как долго продлится феномен якутского кино? Друзья, якутский кинематограф за последние годы успел привлечь себе больше внимания, но мысли об его дальнейших перспективах, о его развитии сильно разнятся. С одной стороны, люди считают, то, что те ориентиры, которые сейчас взяты на, скажем так, более социальные фильмы, фильмы о людях с тяжелыми судьбами или стереотипный юмор, они являются оправданными. С другой же стороны, существует мнение, что нужно отходить от этого и снимать более добрые и поучительные фильмы. Вот, и чтобы разобраться в этом, нам сегодня с вами нужно разделиться на две группы. Оптимисты у нас считают то, что в якутском кино все идет так, как должно идти. То есть ориентир на фильмы о людях с тяжелыми судьбами и стереотипным юмором являются оправданными. С другой стороны, у нас будут пессимисты. Они же считают, что якутское кино уже перенасыщено тяжелыми фильмами о трудных судьбах людей и также фильмами со стереотипным юмором. Нужно отходить от этого и делать больше добрых фильмов, к примеру, таких, как «Надо мной солнце никогда не садится». Ну и, соответственно, оптимисты у нас справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Руководитель популярного видеопродакшена. Молодой и амбициозный представитель якутской киноиндустрии. Ларри Яковлев. Всем привет. Ларри, здравствуй. Ну что, сразу начнем. Немного о себе. Тебе сейчас дается одна минута. Да, пожалуйста. Меня зовут Ларри Яковлев. Я работаю в студии «Среда». И, соответственно, являюсь режиссером рекламных роликов и клипов. И начал вот снимать авторское кино свое, вот авторские клипы. И я люблю этим заниматься. Нашел себя, можно так сказать. И я влюблен в якутское кино, буду продолжать этим заниматься всю жизнь, и я надеюсь, что стану тем режиссером, который, ну, народ ждет. Аплодисменты. Начнем с короткого блиц-интервью. Быстрые вопросы, быстрые ответы. Ага. Так, первый вопрос. Почему ты полез в кино? Все началось из-за моего отца. Он часто приносил кассеты на прокат. И мы часто смотрели фильмы, и все, я погнал туда. Какой якутский фильм ты можешь назвать своим любимым? И почему? Определенно это «Надо мной солнце не садится», потому что это тот фильм, который, ну, я стремлюсь. Этот фильм дает тепло. Он показывает семейные ценности, счастье, и, соответственно, он открывает масштабы вообще по всему кинематографу. А и... какой фильм ты можешь назвать плохим якутским? Плохим? О, я не хочу никого обидеть из своих коллег. Ну, наверное, как бы и сам режиссер с этим, надеюсь, что согласен или не согласен. Мне фильм не понравился, этот «Республика З». С кем тебе нравится работать?
Мне нравится работать со всеми. Я могу сказать, что наше якутское кино – это одна большая семья, которую мы все друг друга поддерживаем, и никому не отказываем, идем наперед, и поэтому нет ничего такого, что мне хотелось бы ни с кем работать. Со всеми хорошо, приятно. Бывало ли тебе когда-нибудь стыдно за свои работы? И какие это? Да, конечно. Я думаю, у всех бывают такие стыдные работы, когда они только начинают. Когда они говорят, я это сделаю, я такой-такой и так далее. И когда он попадает на свои грабли, ошибки, и когда люди об этом говорят, уже начинается как бы противоборство с самим собой. И тут нужно как бы принять это. Деньги или творчество? Или. Что-то, что-то одно. Или деньги, или творчество. Без денег нет развития. А творчество делает тебя голодным, но в дальнейшем принесет как бы деньги. Скорее всего, творчество. Считаешь ли ты себя хорошим режиссером? Если я буду говорить, что я хороший режиссер, это неправда. Нужно, чтобы зритель говорил, что я хороший режиссер. Тогда это так и будет. Работа в кино, но отсутствие денег или деньги, но никакой работы в кино? Лучше первый вариант. Ну что, Ларя, перед тобой сегодня те, кто попытается узнать тебя сегодня поближе. У нас есть и студенты, и рабочая, и творческая молодежь. Справа расположились оптимисты. Они считают то, что в якутском кино сейчас все классно и является адекватным как раз-таки то, что у нас много фильмов как о людях с тяжелыми судьбами, так и фильмов с таким стереотипным юмором. А слева от тебя расположились пессимисты. Они считают, что якутское кино уже перенасыщено фильмами о людях с тяжелыми судьбами и фильмами со стереотипным юмором. От этого нужно отходить и снимать больше доброго и поучительного кино. Например, такого, как «Надо мной солнце не садится». Вот, друзья, расскажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с оптимистов. Все должно быть ровно. То есть, получается, не слишком много вот именно веселого, можно так сказать, да? Не слишком много, тоже очень много хтони, можно сказать, да, якутской. Я думаю, то, что сейчас якутский кинематограф именно стоит на своем месте. Поэтому я на стороне оптимистов. Хорошо. Пессимисты? Наше якутское кино, оно уже сейчас, вот последние года 3-4, находится в застое. Снимается одно и то же, вот одни и те же темы. Я знаю, что есть всего, вот, ну, как распространено мнение, да, что есть только 4 сюжета, но у нас все фильмы исключительно ориентированы на фестивальную аудиторию, на профессиональных кинокритиков, в то же время на массового зрителя, на тех, кто позволяет этим фильмам окупаться, очень мало ориентировано вот именно в этом направлении фильмов, и нужно что-то менять и отталкиваться уже от фестивального направления и делать фильмы на более массового зрителя. На мой взгляд, что один вот этот вид кинематографа фестивального идет на поводу у запросов, ну, зрителя фестивального, даже не зрителя, а вот именно, как сказал мой коллега, на поводу кинокритиков и профессионального сообщества, так сказать, и иногда, на самом деле, уходят в эксплуатацию якутской тематики. Они знают, что на фестивалях нужно снимать что-то тяжелое, о судьбах, и обязательно должно быть завернуто это в упаковочку такую сахалы. Вот. Потому что из-за колониальной повестки всем интересно, что происходит у коренных малочисленных народов. Вот. А с другой стороны, у нас идет ходьба на поводу у как раз-таки массового зрителя, и поэтому снимаются комедии. И за всей этой два этих поводка не дают авторам в конечном итоге идти по пути саморазвития и понимания, чего хочешь ты на самом деле и что, какое высказывание хочешь именно сделать ты. И чтобы это появилось, нужно постараться отойти от этих двух линий. В принципе, якутский кинематограф в рамках всего мира, он очень молодой,
И на самом деле, ну, как бы только-только вот последние пару лет о нем начинают узнавать в мире. И то, что как раз вот эти фильмы вызывают резонанс, и хорошо, что, ну, пусть снимают чернуху, зато как бы люди там за рубежом узнают про наш кинематограф. Спасибо. Пессимисты? Я хочу приезжать в другие страны, и чтобы мне говорили: мы видели фильм про твою республику, какая там красивая природа, какие там добрые люди, несмотря на то, что вы 9 месяцев живете в холоде. Мне кажется, что больше доброты должно быть. И зачем нам опираться на то, что есть везде? Мы же можем показать то, что есть только у нас. Мы же особенные на самом-то деле. Наша республика классная. Мы можем делать все, что угодно. И никто не сможет этого повторить. Я считаю, что нужно делать акцент именно на это, а не на то, что есть у всех. Так, пожалуйста. Ну, я вообще колебался. То есть мне якутское кино нравится. Оно, ну, я понимаю, что оно развивается. Оно действительно развивается. Но потом я хочу, чтобы снимали еще молодежное кино. Я хочу, чтобы снимали красивое кино. Ну, чтобы работал хорошо художник-постановщик. Ну, то есть мне не хватает какого-то якутского Уэса Андерсона. И потом понимаю, что за какой бюджет снимается якутское кино. Ну, это где-то 3 миллиона, да, рублей? Рублей. С недавних потом, пор еще. И потом, ну ладно, я буду пессимистом. И как-то меня расстраивало то, что мы очень поздно вышли на платформы именно. Ну вот, на Кинопоиск, ОККО. На стриминговые платформы, вот. Можно добавить, да, нашим оппонентам немножечко? Наша сторона не отрицает развитие и что оно должно идти своим чередом. Но как раз-таки мы боимся за то, что якутский кинематограф может просто пойти по пути услады запросов фестивальной профессиональной среды. Вот, потому что сейчас это чувствуется. И с другой стороны, что идут, чтобы зарабатывать деньги и снимают комедии, например. Вот, мы это имеем в виду. Развитие есть, безусловно, мы этого не отрицаем. Важная пометочка. Ну и перейдем к вопросам нашему герою. У меня вопрос, Ларри. Вы как человек из киноиндустрии, ну как вы считаете, мы можем резко повернуться и взяться за ориентир яркого, светлого фильма, как пример «Надо мной солнце не садится». Или же вот сейчас мы на данном этапе находимся, и с этого места мы можем вот так вот передвигаться, ну, к прогрессу. Ну, типа, уже пойдет тенденция того, что мы хотим, ну, творческие объединения будут снимать такие светлые, яркие фильмы. Uh-huh. С одной стороны, я с тобой согласен, а с другой стороны, нет. Потому что ты не заставишь режиссера, типа семьи доброе кино. Да? Верно? Вот. И поэтому, почему режиссеры идут на поводки этих фестивалей, кинокритиков, да, чтобы было известно как бы по всей стране и так далее. И потом, после этого уже снять свои авторские фильмы. Я смотрю со стороны режиссера, почему он так поступает. Потому что, да, он делает трамплин, чтобы дальше сделать свое развитие. Но факт то, что вот этих трамплинов становится очень много. И этот трамплин переносится к нашим якутским зрителям. Мы это все смотрим. А аналитика, которая вот эти фильмы выходит, они не выходят в плюс. Никакой фильм еще в данный момент не вышел в плюс. Все ушли в минус. Это значит, ровным счетом, ничего. Да, ну, на авторское фестивальное кино. Но то, что доброе кино, у которого получилось у Любы Борисовой, это комическое и успешное, и фестивальное, и выиграло все фестивали. Больше, чем те наши фестивальные фильмы, которые выиграли. То есть Люба Борисова, она больше, ну, выиграла с помощью такого фильма. И это очень хороший пример, почему бы режиссерам, ну, другим режиссерам, не направить в эту сторону. И это не сделать и не хуже, и не хорошо. Это сделать лучше
для якутского зрителя вот это самое, этот самый факт должен вообще должен быть здесь. Вот поэтому резко так повернуться, это, конечно, тоже неправильно. Да, я тоже с тобой согласен. То, что вот мелкими шагами мы идем в фестивале, но больше, скорее всего, страдают вот наши якутские зрители. Вы, получается, ну, работали в Москве, да? Есть ли у вас в планах вернуться в Москву? В плане работы? Конечно, я часто думаю о Москве или о других продакшенах. Вот моя студия, ну, вообще все мои коллеги, они для меня как семья. Вот, и от этого отходить очень сложно, потому что, да, это, скорее всего, боязнь, то, что начать работу в другом городе, как бы с первого листа и так далее. А я вот задавался вопросом, а почему бы здесь не снимать такие крутые ролики, чтобы аж коммерческие компании нас закажут? Ну, хотя бы из-за того, что мы очень дешевый продакшн, как бы мы не снимаем за 3-5 миллионов, ну, как Москва. Мы готовы даже там за 3-4 тысячи баксов за эту работу сделать. И мы стараемся заявить о себе, что мы тоже можем так сделать. И за такие, как бы, суммы, как бы, продюсеры обратятся на нас из-за алчности, как бы, вот. Но хотя бы хоть что-то. Угу. Хорошо. Так, еще вопросы? Я хотела вернуться к нашей основной, наверное, теме. Молодой человек поставил вам вопрос так, что мы требуем ежесекундно изменить все, что сейчас существует, и быстро поменять нашу направленность. Но мы же не это имеем в виду. Мы имеем в виду то, на что нужно именно сейчас обратить внимание. Ведь в этом году мы достаточно много людей привлекли к себе. Мы же выиграли там много всего, да, если я не ошибаюсь. Даже Ксения Собчак приезжала. Прикольно было. Было такое. Вот. Вы сами, вот, если не добавлять скорость к этому вопросу, вы на чьей стороне? На нашей или на их? Я бы не сказал бы, что у меня нейтралитетная позиция. Вот, судя по тому, что у меня, как бы, есть планы снимать фильмы, так и именно те фильмы, которые вы хотите, эта сторона хочет. Вот. А то, что вот такое слишком авторское, слишком этот комедийным стереотипным юмором, я вот не хочу. Я хочу, чтобы снимать те фильмы, которые вот развили человека, чтобы они какой-то фидбэк получить. Вы как человек, который работал в Москве, да? Uh-huh. Что именно вам нравится в якутском кинематографе, чем в Центральной России? И что не нравится? У нас тут полная свобода. Мы можем прийти в этот участок и снимать. Мы можем, как бы, попросить там лично сразу у кого-то, типа, не обзвание, а прийти к нему домой и попросить, давай я сниму здесь. Вот. И это преимущество, ну, как бы, дает о себе знать, то, что ты можешь способен на многое. Поэтому это классно. А что не нравится? Мне не нравится, когда продакшн мне слишком много контроля. Это со стороны продюсера, может быть. Они говорят, что время на исходе, давай снимай эту сцену. Либо мы не можем снять эту сцену, потому что у нас нет денег. Вот. Либо тот чувак слишком переработал, и за него надо еще раз заплатить. Вот. Как бы каждый твой шаг, он последствия делает. Поэтому в таких продакшенах некомфортно работать. Поддерживая эту тему, мы предлагаем вам посмотреть опрос, где горожане ответили на вопросы по нашей теме. Внимание на экран. Нравится якутское кино? Якутское кино? Да, якутское кино. Конечно, нравится. Какие якутские фильмы? Нет. Нет? А почему именно вам? По-якутски не понимаю. Не смотрел ни разу. Какие отзывы чаще всего слышите? Положительные. Ну, типа чего? Что говорят?
Ну, наши комедии там самые клевые. Там. Со средним российским кино, если сравнивать, типа, то оно среднее вообще. А тут говорят, что чуть ли не это, типа, не на Оскар номинироваться. Якутские фильмы нравятся? Нравится. Ну, я по-якутски не понимаю, но а так считаю, да. Вам нравится якутское кино? Я его даже никогда не смотрел. Да, мне нравится, даже смотрю, ага. Сами, наверное, в курсе, что даже мы, вот, люди в возрасте, очень радуемся успехам нашего якутского кино. Нет, нет, вообще нет. Ну, особенно мне нравится Дагандархан и Тетяйбит Николая Нестроева фильм. Что вас отталкивает в просмотре якутского кино? Скорее, просто руки не дотягиваются. Да, отлично. А что вам нравится в нем? Реалистичность и то, что как показывают наших людей. В последнее время выходит очень много якутских фильмов с мамбетским юмором. Ну, это я не люблю. Вам нравится мамбетский юмор? Ну, так, да. Вы считаете, это нужно? Нет, не нужно, но почему нельзя? Можно с этого посмеяться. Каждому зрителю угодить очень сложно, да? Но есть люди, которым нравятся такие фильмы. Ну, мамбетский юмор, может быть, это для молодежи хорошо, как раз они понимают тоже. Но мы тоже стараемся понять их. А вот чернуху, конечно, не очень не нравится. Я не вывожу такие фильмы. Они тяжелые. Да. Может, не хватает каких-то более светлых, позитивных фильмов? Ну да, такого я тоже, думаю, многим бы понравилось. Ну, это исправимо, потому что мало опыта еще пока. И технически не оснащенные сильно-то. В фильмах мало очень хороших песен, да, вот сопровождений и сильных актеров. Не хватает все-таки, может, теплых фильмов каких-то? Да, не хватает, конечно. Пока на своей, ну, уровень они хорошо снимают. Хочется как-то больше, чтобы за душу брало, чтобы как-то раскрывало. Не хватает душевных фильмов. Да, ну, да, да. Правильным посылом, да. Правильно? Ну что? Друзья, мы видим то, что большинство из наших респондентов, они считают, что все-таки сильности не хватает больше таких поучительных, теплых фильмов. Что вы об этом думаете? Вот, на мой взгляд, сейчас якутский кинематограф идет по стопам иранского, в каком-то смысле, кинематографа. То, что иранский кинематограф, он вот этот лейбл получил, и, к сожалению, иранское кино тоже, оно либо фестивальное очень, либо супер для местных, локальное. И вот у нас есть сейчас вот такое тоже развитие. Как ты считаешь, находимся ли мы в стагнации, или у нас есть возможность перехода на российского широкого зрителя с нашим кинематографом? Очень хороший вопрос. Вот. А почему бы не снять такой и экспортопотенциальный фильм? И... Хотя бы на России. А, да, хотя бы для России. И, возможно, он случайным образом станет по всему миру. Вот. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, что я занял правильную позицию, то, что хочу такие фильмы снимать, но я чувствую, что это получится и выстрелит. А вот что касается комедии, допустим, есть очень такой хороший кейс у казахов, да, с их юмором, который, да, пользуется популярностью в целом стран, наверное, СНГ. У казахов они очень отлично копируют. Очень отлично копируют и учатся именно не как в плане сюжета, а и как технически они очень круто копируют и делают. А мы так не можем, да? Мы нет. Знаете почему? Опять же, денег нет. И опять же, специалистов нет. И из-за этого как бы желание пропадает. И поэтому таких людей становится все меньше и меньше. Вот. А мне хотелось бы, чтобы таких людей стало больше и больше. Я бы сказал, вся наша киносемья, они, скорее всего, фанаты своего дела. Они надеются, что что-то получится. Так, пожалуйста. Мы посмотрели рецензентов, да, но вот у кого спрашивали вопросы, и там многие люди сказали, что они не смотрели якутские фильмы, потому что они были на якутском языке. Как вы считаете, это является проблемой нашего кинематографа или даже его самобытность? Потому что, например, многие шутки в якутских комедиях, если на русский язык перевести, они будут абсолютно не смешные и теряется их смысл. В тот же момент, снимая фильмы исключительно на якутском языке, мы теряем пласт зрителей, потому что республика у нас, да, многонациональная. Мое решение, она, скорее всего, экспериментальна. Ну, который я собираюсь снять фильм. Хочу снять фильм на свободном языке, в котором мы как в жизни общаемся и на русском, и на якутском, и даже на английском, и даже очень современных языках. Потому что
когда мы снимаем якутское кино и чисто на якутском, ну, произносим все наши мысли, эмоции и чего мы хотим, это вызывает и наигранность, на мой взгляд, и как-то неестественно получается. И это, скорее всего, как дамба, который уже слишком переполнен. И, а мы не можем дать ему волю, ну, разрушить эту дамбу и свободно общаться. Вот. Как бы и в жизни, и в кино. Почему бы и нет? Вот, я всегда задавался вопросом, почему бы и нет? Люди все-таки вкладывают очень большие усилия в передачу атмосферы, особенно если это касается авторского кино. Поэтому путь Иллариона прекрасный. Это правильно, когда ты разговорную речь используешь, и мы говорим и сахалы, и по-русски. Но опять-таки это зависит от фильма. Потому что да. Вот ты будешь говорить на более, извиняюсь, можно на ты, на более современные нынешние тематики, да, фильмы будут, то, что происходит здесь и сейчас. А, например, философские картины, где там важно что-то историческое, там не может просто быть этого. Ну, особенность использования языка, наверное, заключается в том, что, ну, такова наша культура, вернее, ее изолированность в целом. Я бы хотел бы сказать, что язык должен быть оправданным картинки. То есть он должен быть либо чисто на якутском, либо свободным. Ну, свободный язык мы особо не использовали, но я думаю, что надо использовать уже свободный язык. Мне кажется, якутскоязычных фильмов достаточно в том плане, что есть и литературные экранизации, и именно нацеленные на сохранение языка фильмы. А то, как показывают в жизни, лайфстайла очень мало на самом деле. И когда мы даже сейчас говорим на русском языке, о фильмах это практически отсутствует. Почему мы не можем показать свою жизнь так, как она, какая она есть? Это тоже такой вопрос. Ну, типа, а-ля здесь мы можем говорить по-русски, а там где-то преимущество. Да, в кино почему-то мы начинаем все говорить чисто на якутском. Ну, давайте сейчас вообще зададимся вопросом о том, кто потребляет контент, о потребителях, о зрителях. Вот бытует мнение, опять же, в социальных сетях, да, о том, что наш зритель, он, грубо говоря, всеяден. То есть выходит фильм якутский, это же уже как бренд все-таки, и люди по-любому на него пойдут. Есть такое сейчас, как вы думаете? Вообще-то якутский человек довольно такой, не знаю, он способен на критику, ну, то есть он, ему ничего не мешает. То есть по моим знакомым можно подумать, вот спросишь у него, сходишь в якутское кино? Да, давай пойдем. Да, 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 ну, говоришь другу, сходим на якутское кино. Мы с ним идем на якутское кино, после просмотра он говорит, а карма кинова-то? Допустим, да, когда. Вы все равно ходите на якутский фильм? Ну, все равно. Но якутский кинозритель, да он не всеяден. Я думаю, он не всеяден. Точнее, он понимает, что снимает. Он иногда знает своих режиссеров даже каких-то. Хорошо. Так. По-моему, тут, ну, лично вот для меня ситуация обратно складывается. Потому что тут мнение, что раз в кинотеатре идет якутское кино, нам нужно наших местных поддержать. Потому что я считаю... Очень многие зрители ведь исходят именно из таких патриотических побуждений. Да, из патриотических побуждений. Потому что это сняли наши, наших надо поддержать. И действительно, если... А такое довольно часто бывает, что в кинотеатрах, ну, вот есть выбор вот, посмотреть либо какое-нибудь российское кино, либо якутское кино, либо уже какой-то мировой блокбастер, который уже все посмотрели, и все пойдут на якутское кино. Насчет всеядности, да, якутского, я бы сказал, да, есть такое то, что именно люди ходят, потому что из-за патриотических мыслей, из-за того, что там снялись, там, Натыгын-Дархан. Я пошел, потому что у меня она снималась еще отчасти в МГЕ, и там были мои друзья, и чисто одну секунду вот на них посмотрели, да, можно так сказать. Но я считаю то, что не понимаю того, что это же хорошо, да, то, что якутские люди в Якутске всеядны. Можно так сказать, то, что они постоянно идут и поддерживают фильм. В чем проблема вот именно в сути вот этого вот? Может быть, в том, что у нас все-таки вот все, что касается креативных индустрий на таком уровне, извините меня, ну, типа, если не хочу никого обидеть. Возможно, это потому, что у нас такое больше из разряда, как сказать, самодеятельности. Да. Да.
И коротко, ясно, да. Чтобы подставить все точки над «и», то, что нам нужно больше, мы не говорим о том, что нам нужно больше массового кино, нам нужен авторское кино на другую тематику, ну, как бы, чтобы быть точным. За разнообразие жанров. Да, да, за разнообразие жанров, а авторское это или массовое кино, это уже будет зрители рублем показывать. А нужно ли нам вообще массовое кино? Вот, конечно, нужно, только так, таким образом будет выстроена индустрия сама по себе, о которой, как бы, мы любим вещать, но которой, по сути, как таковой нет. И тут, наверное, стоит обозначить мнение, допустим, в части вот тех же кинокритиков российских, в частности, вот Дмитрий Лагин отмечал то, что вот, да, ключевым моментом стал выход, допустим, «Пугало» в успешный федеральный прокат. Тем не менее, подчеркивается. Одновременно то, что вот появившийся культурный диалог, он ведет к возможному разрушению нашего уникального кинематографа, который много лет находился в изоляции, как раз-таки именно поэтому он ведь и пришел к тому, что мы сейчас имеем. Вот, соответственно, ну, приходят к нам капиталы. А не повлияет ли это таким образом то, что система якутского кино, она разрушится? Тут просто важно понимать, какие продюсеры приходят. Конечно, какие-то продюсеры приходят без уважения к территории, они не дают, ну, давлеют, не понимая, там, например, местной культуры. Благо сейчас у нас те продюсеры, которые приходили, они все довольно-таки с уважением и с доверием к режиссерам местным. Вот, пока что было так, но как бы всегда может быть такое, что придет, не знаю, Михалков, ему вообще плевать, что здесь происходит, да? Он будет снимать то, что он хочет. Но, по крайней мере, тот диалог, который сейчас выстраивается, он такой адекватный. Пока что, да, тот диалог, который у нас есть с центром, он нормальный, но иногда тоже, и как раз-таки те, кто московские приезжают, они как будто снимают больше якутское кино в плане... в плане чуткости. Да. Вот. А то, что иногда местные снимают, это как будто вот... Ну, то, что я уже говорила, есть вот эта проблема, на мой взгляд, эксплуатации якутской культуры и темы ради того, чтобы на нас обратили внимание где-то там, на фестивалях. Но нужно ли нам это внимание? Тогда такой вопрос. Ну вот, приходят продюсеры, у них есть деньги. А какая у них все-таки мотивация? Они ведь тоже хотят заработать. Заработать деньги, конечно. А заработать они хотят на якутском кинопрокате, правильно? Нет, это не на якутском. Угу. Как раз-таки те московские продюсера, которые приезжают сюда снимать фильм, они, во-первых, хотят удешевить продакшн свой, потому что здесь дешевле снимать, много потому дешевле. Что человеческий ресурс дешевле. Это раз. И, естественно, они хотят заработать. И они кто-то с какими-то тематиками... Но, например, тот же Хлебников, как продюсер, когда он выступал, он снимал с целью именно попасть на фестивали. То есть у продюсеров могут быть разные цели, но... Вот он попал на фестиваль и сделал свое имя. В следующий раз он, не знаю, в Минкульте получит денежки и снимет уже, например, там более коммерчески успешный фильм. Ну, то есть тут тоже есть разные подходы и разные системы. Все-таки, друзья, мы с вами сошлись на том, что выход якутского кино на федеральный уровень, он все-таки, скажем так, означает, с одной стороны, да, новые возможности, с другой стороны, он может положить ведь конец нашему кино, каким мы его сейчас знаем. Вот, соответственно... Конец не даст. Вот, соответственно, давайте зададимся вопросом. Будем ли мы с вами менять свою точку зрения? Все-таки остаетесь ли вы оптимисты при своем мнении? И вы пессимисты при своем? Думаю, то, что мы на одной стороне все. На стороне того, что якутский кинематограф развивается. И мы хотим то, чтобы все было хорошо. Uh-huh. Да? То, чтобы, мы тоже хотим то, чтобы было разнообразие. У якутского кинематографа. Нет, но у вас есть все-таки какие-то расхождения во взглядах, иначе бы вы и не делились. Ну да, думаю. Да. Но в любом случае я остаюсь на своем месте. И то, что я думаю, то, что да, я тоже хочу разнообразия, но не думаю то, что вот именно так кардинально стоит. Так, ну, суждение есть даже внутри одной группы. Я, допустим, не согласна с некоторыми своими одногруппниками. Уверена, там такая же ситуация. Но у нас-то все равно смысл один, посыл один. Ну, посыл один это да, но точки зрения разные. Вы хотите перейти? Нет, в том-то и дело, то, что нам надо вот, поменять свое мнение, да, но в данном нашем сегменте данного шоу у нас у каждого есть своя, ну, точка зрения, да, независимо оптимистично или пессимистично, но в любом случае каждый из нас остается, ну, в своем месте. Давайте друг другу поаплодируем. Да, давайте. Никто, получается, никуда не переходит, да? Все остались при своем мнении. Точно? Угу. Ну хорошо. Мы знаем, что ты подготовила небольшой презент. Ну и хотелось бы, чтобы ты назвал лучшего участника сегодняшних обсуждений. У меня такой презент. Вы будете участвовать на съемочной площадке. Либо в рекламе, либо где-то угодно.
потому что это намного лучше, чем что-то отдавать. Мне вот понравился вот этот молодой человек. Вот так. Пожалуйста, давай ты туда выйдешь, ага. Представишься, немного расскажешь о себе. Микрофон за собой возьми. Так. Спасибо. Ага. Давай. Ага. Меня зовут Бубякин Василий Васильевич. Я работаю, я являюсь учителем музыки. И как человек, связанный постоянно с творчеством, тоже люблю все проявления творчества, и в том числе и кинематограф. Давайте поаплодируем Василию. Отличная, ну что ж, друзья, мы сейчас близки к тому, чтобы завершить наши съемки. Пожалуйста, мы приглашаем вас всех подняться сюда, пообщаться с нашим гостем, ну и сделать общие фото. Это была программа «Я молодой», и с вами были ее ведущие Саша Маркова и Антон Васильев. Будем развиваться вместе на благо себя и родной республики. До свидания. Я удостоверился то, что я нашел своего зрителя. Вот, и по этим зрителям буду снимать фильмы. И все-таки я был прав тем, что такие зрители существуют, и их много. Вот, спасибо вам, что пригласили. Было очень душевно. Хотелось бы еще посидеть и пообщаться об этом.